В Совете министров обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры на полуострове. В совещании принял участие заместитель министра транспорта Российской Федерации Олег Белозеров и министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин. В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к реализации программы развития и реконструкции путей сообщения республики на 2015 год. В Крыму планируется развернуть капитальное строительство дорог общей стоимостью свыше 2,5 миллиардов рублей. Нам сегодня необходимо с вами обсудить наличие необходимой нормативно-правовой базы, наличие производственной базы. Хотел бы поговорить по готовности подрядных организаций, для себя понять, чем мы, как Министерство транспорта Российской Федерации, были бы полезны в части иных механизмов. Не только непосредственно в рамках контроля за доведением цифр, за исполнением производственных показателей, но и в том числе, возможно, будут какие-то иные специфичные вопросы, которые нужно будет решать.